Монинская земля – колыбель авиации. Именно здесь начинали свой путь знаменитые летчики, военные асы. О большом авиационном прошлом напоминает каждый уголок Монина. Здесь расположен и Центральный музей военно-воздушных сил. К истории поселка монинцы относятся с уважением. Бережно сохраняют славные традиции прошлого, и день поселения для них – праздник особый. Нет такого авиатора, который бы не знал нас, начиная от Владивостока и заканчивая Калининграда. Я хотел бы сказать всем вам, дорогие мои, спасибо за ту активную жизненную позицию, в которой вы участвуете в развитии нашего поселения и городского округа Чёлково в целом. И не только славным прошлым гордятся монинцы. Все они по-настоящему любят свой поселок и стараются сделать все, чтобы он процветал сегодня. По традиции, благодарственные письма от главы округа вручили тем, кто внес свой вклад в развитие Монина, людям, которые живут и работают здесь. Праздничная церемония состоялась на главной сцене у Дома офицеров. После торжественного награждения местных жителей и гостей поселка ожидала концертная программа. Ее название говорит само за себя – «Окрыленные сердца». Яркими номерами и разнообразием жанров порадовали монинцы и гостей поселка. Селка, коллектив городского округа и приглашенные артисты. Шоу-программа не оставила равнодушным никого из присутствующих. Завершился праздник по традиции ярким салютом. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.